хотя можете показать, как это делать, она думает, что я и так хочу дальше. Я сказала, смотри, надо вот так, она делает вот так. Потом она думала, что я хотела дальше, она так... Ясно. Всем приветик. Всем привет. Всем привет, ребят. Наконец-то мы вернулись спустя неделю. У нас неделю не было. И сегодня у нас перестановка. Мы уже много чего сделали. Я только сейчас вообще вспомнила, что снимать влог надо. В общем, здесь была наша комната с папой. Теперь здесь снова Каролина. Изначально они здесь и были, да? Угу. Теперь они опять сюда переехали. Каролина с Максом теперь в этой комнате. Тут еще не закончили. Ну, это вещи просто в стирку надо. Каролина, тут много, в стирку нужно потом. Ну, это нет, это не знаю, что. Вот, так вот кроватка у них будет стоять, раздвигаться, выдвигаться, все помещается. Рабочий стол. Все, пойдем. Так, и сейчас освобождаем комнату Маргариты. Здесь будем спать мы с папой. Вот она, наша кровать, уже матрасы все здесь. А вы тут будете так? Я не знаю, я посмотрю, куда я поставлю. Такая большая. Очень большая комната, просто переносим все в комнату Макса и Каролины, где они здесь были. В общем, идея такая, разделить девчонкам эту комнату пополам. Мы разделим ее пополам. В общем, перетащили уже кровать Маргариты сюда. Тумбочка встала, зеркало будет здесь стоять, возле окна. С этим, так, пока наш шкаф, это шкаф мой и папин. Мы пока оставим его здесь. Я вообще хочу купить новый, этот выбросить. Поэтому пока пусть здесь стоит. Идем. И вот так вот сюда поставим шкаф Ксюши, Маргариты, и здесь будет стенка. Так как у нас Маргарита находится 80-90% в комнате, поэтому мы ее оставили возле окна. Ксюша у нас в комнате только спит. Поэтому ей, у нее здесь будет темно, она все равно находится всегда в гостиной и в зале. Она только приходит переночевать в свою комнату, да? Так что передавай сначала шкаф твой перетащим. Вот это куда? Туда, возле кровати будет у нее стоять. Как у нее тумбочка. И вот эта штука, нам нужно ее либо, не знаю, кому-то отдать. Бабуля будет шпорт, нахуй. Нет, бабуля не будет. Ей нельзя такое. Ты что? Ага, представь, бабуля так будет бегать. С утра. На бок. Нет, бабуле мы это не оставим. Нам нужно кому-то отдать. Ну и бабушка у нас поселится в эту комнату, где спала Ксюша. В мою. Да, здесь светло. Здесь так некрасиво? Нет, нормально тут. Нужно будет ей купить кровать, такую же, как у Ксюши. Маргарита же хотела новую. И нужно будет купить шкаф. Маргарита новую, у нее не поместится новая кровать. Маргарита хотела большую кровать, не поместится. Что, как поместится? Это вы не поделитесь. Она не поместится, Ксюша. Ой, Маргарита. Так, сюда сначала встанет Ксюшин, потом Маргарита. Потому что у Маргариты тумбочка, и ей нужна... Если мы поставим сюда шкаф Маргариты, она не сможет открыть дверцу. А как я буду открывать, если у меня тут будут хомяки и кровать? Нет, хомяки у тебя будут вон там, в ногах. Нога? Ну, имей в виду, где со стороны ног. А мне кажется, что ее больше места, чем у меня. Я вам поровну поделю, не переживай, прям рулеткой. Поровну. У нее шкаф прям встанет вот сюда, возле тумбочки. Не бойся, не переживай, не обделим тебя. Сейчас вот этот рулетку возьму и пополам комнату поделю. Давай. Да. Ладно. Давай, так, да, это моя тумбочка. Так, все, двигаем шкаф. Да. Вау, на место! Эй, стоп! Ну, пожалуйста!
Вон у нее так. А это... Замечайте, что ты не закрылся. Это сюда назад. Значит, мне больше веса будет, чем у меня. Да ничего не больше. Что ты сказал? Если меня не прижму, пожалуйста. Хватит ходить! Смотри, как у нее ярко, а у меня это будет так темно. Смотри, у меня тут, смотри, сколько ярко. Мы тебе там лампочку проведем. Пинг-п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 ин
Кто-то какой там будет? Как в пещере. Шайсенон! Прикрылись? Ну вот, смотрите, что у нас получилось. У нас получились две отдельные комнаты. Маргарита будет украшать сейчас. Мама, они уже без глины. Ну зачем ты это сделала? Это не я, это Ксюша. Да, конечно, она говорит, чтобы я их выбросила. Я сказала, зачем, можешь их еще раз наклеить. Она говорит, нет. Вот здесь мама сказала, что... Здесь хорошо открывается для Маргариты. Ой. Ты знала, что она там? Я поэтому думала, почему шкаф такой тяжелый? Каролина, ты коробку сейчас поломаешь. Я думаю, почему шкаф такой тяжелый? Она там сидит. Мама, папа же сказал, что такая штучка, чтобы фотки... Мама, идем в кровать! Распечатывать, она работает. Да, работает? Ну вот обклеишь потом. Вот это... Так, и вот мама, здесь вот... Ну видно, что у меня мало места. Ну видно, мама, видно, сразу видно. Сейчас твою кровать видишь. Поставим, твою кровать поставим, и мы увидим, сколько у тебя от кровати до шкафа. Ну, и тогда подвинем. Подвинем, не переживай. Мама, видно. Видишь, видно. Подвинем сейчас, подвинем. Правда, да, подвинем чуть-чуть вот сюда, я вижу, да. А зачем вам это шалтер-шалтер? Нет, вам не нужна ну, эта вот. Кнопка, в принципе. Да, мне нужна кнопка. Нет. Так, давай кровать свою разбирай. Как разбирать? Ну, по частям. А да, вот нужно пропылесосить. Кардинальная перестановка всех комнат. Все четыре комнаты. Это наши вещи. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Это потом перенесу. Тумбочка. Ну, одну тумбочку я бабушке оставлю. Мне две, в принципе, не нужны. Одну тумбочку я сюда. Мама, тут кровать... Да. Я кроватку ей вот сюда поставлю. Потому что, чтобы ей далеко не идти, сразу вошла в комнату и на кровать. Ну, да. А то, если так поставить, она долго будет. Она не будет идти. Тут вот ударяться? Так она же не здесь будет стоять. Она немножко там будет стоять. Вот тут. Ближе. Ну, вот кровать-то не такая меняться. Широкая. Нет, кровать не такая широкая же. И она сразу в комнату будет заходить и близко к стенке. В комнату зашла и сразу раз и легла. Куда ваши подушки? Подушки наши. Пока к Каролине можешь отнести. Пока еще не знаю, куда поставить кровать. Может быть, вот здесь вот посередине, а потом сюда шкаф купить. Либо пока вот сюда. Куда нам поставить кровать? Войдет она сюда или нет? Или неудобно я будет бы заходить? Вот так сделала. А ты видишь то, что здесь этот? И что? Оттуда дует. А сюда, наверное, шкаф, когда купим. Маме липли. Чуть не забыла сегодня влог снять. Вот я как-то с утра прям начала это все переставлять, передвигать, разбирать. И сейчас только вспомнила. Бонечка, последний раз к нам дружок вчера приходил наш. Все, Боня, больше не будет. Теперь мы подождем, да, подождем. Если будут какие-то изменения у нее, то все получилось. Если нет, то нет. Наклеила? Ну вот. Уже как-то получше. Смотри, я тут стенка тебя. Смотрится. Как тебе нравится? Угу. Да? О, смотри, какой! Давай, кровать. На полу, знаешь, как круто. На полу будешь спать? Угу. Ну, спи на полу, а бабушке твою кровать. Ты что себе синяки мама, нарисовала? Смотри. Как будто тебя побил спать. Кто-то. Сали, идем. На полу будешь спать? Магай там хочу спать. Ну-ка, вон туда в угол постели. Я вот говорю, там хочу спать. Нет, что-то как-то на полу не нужно, не нравится. Вот. Не, кровать ставь. Надо вот будет бу-бу-бу-бу покупать кровать, деньги надо тратить. Да, она недорогая, ничего страшного. Все, поставили, измерили с помощью рулетки, все поровну. Даже я Ксюша на 2 сантиметра чуть больше, ну ладно, мы уже не будем двигать. Мама, там, Ксюша. Да, и вот здесь вот кики-рики, рики-кики. Я ноги тут ладно. Ай, рики-пики-пики. И вот здесь вот Маргоша. Так, а этих мы тут как перенесем сейчас? А вот это, мама, надо мне поставить. А Маргарита куда? Точно. Ну, когда шкаф уйдет.
Когда наш шкаф уйдет, тогда поместится. Пока нет. Ну, у меня поместится. У тебя поместится. Нет, у меня не поместится. Нет, а потом как шкаф открываться будет? Япона мама. О-оу. Что делать? А мне надо. Что делать? И ты пока у бабушки оставь свою. Если тебе что-то... А тут, смотри, вот тут же есть место. Оно упадет, и что, это опасно. Бах. Да. Нет. Подождем потом, когда мы этот... Шкаф уберем. Постараюсь на следующей неделе. Если получится, на следующей неделе мы его уже уберем. Оно там должно быть. Да. Потом уже туда потом эти полки поставить. А мы можем вот так вот, чтобы лежало. Да, может, чтобы лежало сделать. Не обязательно, чтобы стояло. Так что пока пусть они стоят. Не трогай. Эта полка пусть здесь пока стоит. Вещи только забирай. Это снять. Можешь этот прибить на шкаф Маргариты. Прибить. If you never try, you never know. У хомяков тоже переезд. Они сразу вышли думать, что такое. Но он еще не вышел. Она проснулась, смотри, глаза щурит. Uh-huh. Вот они, наши хомячки, кто спрашивал. Все хорошо. Его живы, здоровы. В домике. Да. Наша. Малышечка наша. Такая маленькая. Пас. Кики, давай иди. Ой, сам фейерверк. Я всегда ночью выйду. Ксюш, ты падаешь с кровати, что ли? Зачем тебе эти для деток? Не знаю, мне просто так удобно. Подставочки. Стеночки. Если я так упаду, я все равно через это упаду. Она уже повесила сюда свою картину. Беляющая. Били. Так, Бонечка. Бонечка у нас останется с нами, потому что она уже к девчонкам не помещается. Она будет у нас в комнате. Мама, чего? Вот, смотри. Ты же один раз сколько сделала, надо зашить. Да. Ага, надо зашить. Все, стели подстилочку. Что тебе там еще игрушки надо? Пуфик твой не помещается сюда. Кусы. Так, все. А меня накрыло. Ты что, ее прямо в угол? Завози ее в ее комнату. Так, все. Все, закончили мы. Так, давай, делай обзор. Обзор своей комнаты. Давай, рум-тур. У меня в шкафу есть монстр. Рум-тур, давай, показывай нам свой. Рассказывай. У нас кровать, сюда поместилась шкаф. Полочка, кстати. А Маргарита полочка у меня пока останется. Это моя сумочка. У меня с ней все школы. Цвету глаз. Так. Тут у меня помадка. Деньги. Крем. Копилка. Попыт. Ладно, мама, почитай. И тут мама, идем. Давай дальше. Тут у меня хомяки. Кровать. Шкаф. И чем за шкаф? Ой, а там зеркало. Мы у Маргариты забрали зеркало, потому что оно не помещается никуда, поэтому зеркало будет у Ксюши. Вот, шкафчик. С этой стороны это шкафчик Маргариты. Вот зеркало и кроватка. И все замечательно. Ой, нашла. Маргарита, Ксюша больше всех кричала. Нет! Угу. Как мы там будем жить в одной комнате? Ну вот видишь, как мама все придумала. Продумала. Все, давай теперь ты свой рум-тур, Маргарита. И нет ничего вот этого. Какого? Интересного? Угу. Ну давай, показывай. Мой туалетный столик. Угу. Мой пуфик, мой шкаф. Ты прям на позитиве. Моя тумбочка. Мой тумбочка. Мама, тумбочка. Если бабуля вообще не приедет, там в этой комнате у меня будет гейминг-рум. Бабуля приедет уже через неделю. А что если не приедет? Через полторы недели. Что если не приедет? Приедет, когда наденется. Что если она все думает? Ну все, ребят, мы закончили с этой комнатой. А твою теперь? Теперь мою осталось. Ай, мама! Мама, мне все больно! Брейк,
Брейк. Я понял, всё. Потому что это скейтборда, мама. Ты же вчера на скейтборде каталась, у нее вчера был урок. Теперь все болит. У нее есть учитель, который занимается с ней раз в неделю. Но... Я не буду шпиля. Ладно, пойдем поможешь мне мою комнату сделать, а потом может... поиграем. Так, все, комната пустая? Нет. Почти пустая, да. Здесь останется пока вот этот тренажер. Гейминг-рум? Подумаем, какой гейминг-рум? Гейминг-рум, конечно. Ай! Подумаем, куда уберем вот это вот этот тренажер. Выкинем. Ну, либо отдадим кому-нибудь, либо это, не знаю, подарим. Все, игрушки тебе не помещаются, пусть пока сидят здесь. Не надо, в лицо попадешь, это больно. Не надо, в лицо попадешь, Ксюша, это больно, это же резина. Все, пойдем ко мне в комнату теперь. Тебе комната? Вот твоя комната. Нет, это твоя. Так, все светится. Сюда тоже ленту приклеили. Которая капут? Которая у Ксюши была, да. Ну, она уже начинает цвета менять. Смотрите, она вообще-то фиолетовый, белая. Красный, белый. Фиолетовый. Не, ну больше не мне. Жалко, если она будет вся, он там желтый наверху. Разноцветная. Ладно, все, здесь мы показали, что у них интересного. У Маргариты здесь очень плохо ловит интернет, да? И она теперь должна открывать окно. Проблема. Проблема. Мам, а теперь на нашу комнату. Это проблема. Очень большая. Она, видишь, возле окна сидит теперь. Майбу. Я вот так поставить кровать к стеночке. А сюда потом шкаф поставим. Все, теперь нужно собрать кроватку. И на сегодня мы закончим. Я не знаю, как с нашим, с нашей перестановкой. Что ты не знаешь где? Эти штуки, чтобы замазать. Чтобы... А, ну я потом не помню. Вот, а нет, без разницы. Сидишь, занимаешься? А, тут нужно найти отличие, да? Угу. Угу. А, ты нашла, да, вот эту медузу? Угу. А тут нет. Угу. Здесь вот есть, а здесь нету. Хвостика. Закончила с нашей комнатой. Пока так оставлю. Картину не хочу вешать, потом посмотрю. Если кровать не буду сдвигать, то повешу тогда над кроватью. Пока что оставлю так. И Бонни у нас будет в комнате. Потому что места ей нет. Вот. Ну и здесь мы, конечно, купим мебель.
и все обустроим. Пойдем, я проверю. Все слова расскажешь, будешь играть. Ага. Максу купили вчера вот такой шлем, или когда? Да, вчера мы купили мотоциклиста. Только он у нас пока не на мотоцикле, а на велосипеде катается. Ну-ка, надень. Ну-ка. О, какой. Защита какая. Лучше пока на велосипеде катайся. Да. Вот что надо. Давай. Вот. Ты мячик нашла. Дай, я тебе кину. Давай. Да. Давай, кину мячик. Вот так. Ага. Давай. Ага. Что мы там будем изучать сегодня? Вот, надо вот так кидать. Тема зубов. Смотри. Куда попадет, туда и вот то слово и называешь. Вот так надо еще раз. Угу. И еще раз тогда... Не на белую, на вот так. Ну, кидай. Я хотел желтую. И на что попало? Что это такое? На цапашта. Да, только нужно говорить ди. Дипа. Цанпашта. Цанпашта. Дальше. Что? Давай лучше так слова назовешь и все, и скажешь мне. А это что? Лица. Цены. Цены. Зубы. Да попал. Это что? Ди. Чем ты чистишь зубки? Ца. Пирште. Молодец. Я все знаю. Ты все знаешь. Дальше. О. Попал. Что это? Ли? Липпе. Липпе. Молодец. Mm-hmm. Что-то я сегодня так устала, я уже спать хочу. А я хочу играть. А время только 7 часов. Я уже засыпаю. Уже сил нет. Ты почистила свое лицо? Да. Поменьше стало хоть? Угу. Вроде как. Угу. Так она после чистки всегда красная, у меня тоже. Сколько лет Fortnite? 4. Сколько лет? Сколько лет? 4 года? А. У меня завтра вообще эта школа начинается в 8:15. Ну, а ты хочешь во сколько поехать? Я хочу, чтобы ты меня рано раз. Ну, спасибо. Ксюша. А ты на Маргариту тоже брызгаешь? Смотри, у Ксюши желтая комната, а у Маргариты голубая, неоновая. Бонни, а ты где будешь спать сегодня? Ты не потеряешься? Шторки я не повесила, не успела. Завтра шторки повешу. Сегодня пока без шторок. Перебрала сегодня игрушки заодно. Выбросила целый мешок ненужных вещей. И будем отодвигать кроватку. И тут у нас ковер будет задираться, наверное. Бонечка, отходи. Вот эта вот кровать, она такая тяжелая. Сама кровать тяжелая. Плюс еще под матрасом вот эта вот фанера. Тоже очень тяжелый матрас. И я на прошлой неделе приподняла эту кровать. Просто приподняла немножко, видимо, неправильно. Сорвала себе спину. Почему влог не снимали? Потому что я себе сорвала спину. Я несколько дней лежала, не могла нормально ходить, ничего делать. Вот. Дня, наверное, 3. У меня спина очень сильно болела. И поэтому мы ничего не снимали. И Каролина потом у нас заболела. Вот. Ну, теперь я ее больше не поднимаю. Макс выздоровел, Каролина заболела. Поэтому у нас неделю не было. Мы неделю не снимали влоги. Так, не болтать тут ночью. Да. Болтать они теперь будут через стенку. Твоя? Вот там твоя прямо. Все, давай ложись спать. Так, тебе, Ксюша, в 7. Да. Тебя во сколько, Маргарит? Я сама включу. Телефон убирай. Да, сейчас. Мама, у нее завтра ранен. Смотри, люди, как у меня удобно. Вау! Ну, такая спокойная стала, да? Стараемся еще на этой неделе влоги поснимать вам, как мы будем комнату обустраивать для бабушки.
Ты так будильник 3 часа ставишь. Будильник поставить 30 минут. Ну, поставила, все, убирай. Удачно вам поспать на новом месте. Почему? Хочу постелить в дом, потом вот этот. О, Ксюша, целая история. Ксения! А кто? Ксения! Не мешайте спать друг другу. Мама, а теперь это она мешает? Все, спокойной ночи. Пока. Бонька, буду спать. Спи, Бонька.